Добрый день, Тарас. Добрый. Говорю, вот это идет мой должник. Так, что я должен? Репортаж по Шалому Алейхему. Кто мне обещал? Пошли. Полгода тому назад. Хоть сейчас. Хоть сейчас, уже он канал Мисто показал. И ЧРТ, я уже не помню. Тарас, вы с горисполкома идете? Да, с сессии. Результатом вы довольны услышанного? Доволен. Доволен то, что сняли с порядка денного высылания художественной школы с помещения, которое она сейчас 50 лет уже. Есть надежда на то, что там школа останется или это временно? Уже такое? Есть надежда, потому что вопрос вообще снят с порядка денного. То есть его вообще не с подачи мисько головы. Понятно, спасибо.